Дениса Сабитовна, можно зайти? Вот балбес, Эмильен, ты опять опаздываешь, проходи! Спасибо! Тишина! Не трогай никого, Эмиль! Здорово! Ребятки, вы просили, мы выполняем. Вторая часть «Тишина челлендж». Погнали! Сейчас, секунду, я блеванусь сейчас. Хочешь его басу? После школы встретимся, поняла? Тишина в классе! Да он что? Объясняю правила, если вы не смотрели первую часть. Нам выносится задание. Тот, кто выполняет это задание громче всех, выполняет наказание. У нас сегодня в гостях ботаник Максимка, красотуля Чекуля Полина, гопничок с Бутова Эмиль, Тёма Чернец и богатей... Бля, ты его разбил, походу. А нет, все. Бывший богатей. Бывший богатей Димончик. Мы начинаем. Это губная гармошка. Вы вставляете ее в рот не вот так, а вот так. Как? Еще покажи. Не вот так. Вот так вот? Не надо. Надо вот так. И Дениса Сабитовна будет ходить и щекотать нас. О, не, это... Так, Эмилька, ты готов? Я всегда. Бестолочь. После школы встретимся, поняла? Поняла. Конечно, встретитесь. Вы мутите? Ну все, у Эмильки 93,9. Хороший результат. Ты проиграл, придурок. Погнали дальше. Дениса Сабитовна, а как будет щекотать по-казахски? Щекчачать. Щекчачать. Let's go now. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну что, Диманин смех 97,1. Ребят, главное нам это сдерживать. Это говорит Дима, который только что порвался. Не, ребят, вообще. Ребята, тихо сейчас. Ребята, не смеемся. Держите. Ребят, да и похер. Она не сдала ни одного звука, у нее 70. Поехали дальше. Ну давайте к проплаченному сразу пойдем. Дим, насколько я знаю, ты боишься щекоток. Я очень боюсь щекотки. А ты можешь скрипа? Ты реально скрип начал играть, типа. Слушай, а ты норм так, музыкант. Мы его не трогаем причем. Я думаю, что у нас есть проигравший, но так как он все платит, он выиграл. 98,3. Отлично. Отличная победа. Я буду щекотить очень нежно для начала. Маша и медведь, made in China, как я люблю. А там реально Маша и медведь. Все, тихо! Они, типа... Тишина в классе! Бля, сам заорал и... А вы точно чек хотите, да? Достаточно, я думаю. Чуть не сдох. У Максика, у нашего, 83 и 8. Да, Дениса Сабитовна? Да, Артем. А меня также разнесет? Да. Я думаю, здесь все понятно. 87. О, 88,5. Так. Как хорошо ты помнишь русские сказки. Отобедай луковицей и запей молоком для пущей сытности. Он вкусный, нет? Вонь почувствовал. Я думаю, просто если она так не сделает, ей перестанут оплачивать шторы. Шторы. Давай не вне. Сейчас, секунду, я блеванусь сейчас, пацаны. Давай. Не вредану, а мне надо доедать? Ну-ка доел! Надо. Ну-ка доел! Всю силу оставляешь. Или купюрочку. Какая жесткая училка. Попробуй, можно?
Да, пацаны, сколько будет стоить? Фу, нет! А вы куда это отвернулись? Есть, в общем, один секретик и второй секретик у нас. Как вам? Если честно, мне нравится запах лука. Извращенка. Ай, блядь, ты чё? О, ма. Ты чем я это делаю? Вы видите графин с большим количеством льда. Ваша задача максимально тихо перелить содержимое графина в стакан. Начинай. Надо все. Да. Рекорд нашей передачи 94,9. Умничка моя, умничка. 82,1. Умничка, умничка, проебала. Ты проиграл. 82,6. Я не проиграл. Значит, не проиграл. Честно говоря, так звучит каждое мое утро. Ты готов, охотник? На кого? Ты заржал сейчас и громко стало. Ну еще раз. Да ничего, это 100 рублей просто. Просто хрустный. Хрустный. Опыт взял свое. 81,7. Проплачу. Ну и последний аутист у нас. Медалист. Ой, прошу прощения, медалист. Да какая разница? Почему никто не догадался это выпить? О май, о май. Ты мой умничка. Это чистая победа. Я бы взял в рот, да Димка потрогал, потому что если... А, нет, стоп! Ну что, Тёмочка, ты готов? Страшновато на самом деле. Ребят, вам хорошо? Ну все, Димочка, хватит уже. Поехали дальше. Давай, давай, продолжим. Намажь на указательный палец правой руки суперклей, а после прижми его к подушечке большого пальца. Сидеть таким образом тебе придется до конца игры. Прижимай, быстрее, быстрее. Слушай, мне очень интересно, что там происходит. О, схватилось, Дани Сабитовна, меня хулиган это... Я расслабил да руку. Да куда ты? Я полностью расслабил руку. В конце игры вы увидите, как он отдирает. Она не открылась, видно. Честно говоря, у него все окей. В общем, ребятки, следующее задание. Надо отодрать ее. А ее полностью надо отодрать? Нет, 2 сантиметра и все. Ну это у тебя 2 сантиметра и все, так полностью надо. Шлюшара. А вы не могли еще длиннее ее найти? Вот еще, чтобы можно было прям до выхода вот так идти ее отклеивать. Даня Сабитовна, у меня проблема. Артемка, ты готов? Нет, я не могу взяться. Тишина! Я вас будила за пару. А я обосрал. Стой, еще не все. Уже предел. Тут аж половина. А в конце еще прибавилось. 98,4. Лох! Осуждаю. Осуждаю. Не, ну учитывая, что я дернул, прям там типа должно быть. Ее хута гэбс. Похвалил, наверное. А у нее там рулон, короче, огромный.
ты умненький. Девяносто три один. Очень Полина, браво. Господин Дмитрий. Какой господин? Ты обычный бог. Бог. А как будет тишина по-казахски? Я просто очень люблю казахский. Как вы сейчас засотетесь? Загугли. Я откуда могу знать? О, я теперь не могу показывать рог. Танышток! Да вы что делаете? Танышток! А, понятно. Танышток! Это по-казахски, тишина. Танышток! 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 А сейчас немецкий был похож. Блять. Блин. 101,5. Это Европа плюс в Петербурге. Да. Рекламу впендюрил в ролик Емеля. Девяносто 4,5. Ну, лох я, чё, лох? Какой загребущий. Мы не уверены в качестве еды в нашей столовке. Выпей рисового бульона для спокойствия. Что? Я опять до же... дна! Выносим! Понюхай, понюхай. Это же просто жопа. Это странно пахнет. Это знаешь запах на что похож? Вот, короче, у тебя двое пар трусов лежит, и ты вот не можешь понять, какие чистые. Давай дальше. Так? Давай. Ой. Ё-моё, чувак, я просто смотрю, как там с луком, с луком вместе. Ну чё, как? Что чувствуешь? У меня ж слово бога. Ризотто для бедных. Перед вами пружинная хлопушка, вам нужно максимально тихо ее открыть. Ну что, Эмиль, мы не начинали ни разу с тебя и сейчас не начнем. Полин! Я вообще их не умею открывать. Ну, придется. И боюсь. 96,4. Сейчас просто садится на нее. И очень тихо ее открывает внутрь. Да ты чертов гений. 8,1. Гений. Артем, ты много чего. Ура! Ну, Ай, Я единственный, кто читал инструкцию, и нужно верхний колпачок снимать. Слышь, Ботан, давай так, с тобой сыграем. А кинь в меня. Кинь в меня. Кинь в меня. Давай сыграем с тобой следующим образом. Давай так, ты тоже просто откроешь ее. У кого громче будет? У кого громче, тот и мужик. Ну охереть теперь. Сценка «Ботаник первый раз смотрит порно». Ой, как красиво. Сколько, сколько? 97,1. Фак, как так? Дим, ну хоть ты бы... лузер сегодня. Хоть да я знаю. Дерьмо. Хоть бы ел дерьмо. А можно, пожалуйста... Понятно. Можно. Дениса Сабитовна, вы можете выбрать мне задание, пожалуйста? И сейчас уйти, все по маслу. Мода не стоит на месте. Руки с маникюром смотрятся ухоженнее и благодарнее. Твой сосед красит тебе ногти в яркий цвет, с которым ты должен проходить последующий день. Вот это прикол! Я не могу взять эту штуку. Сейчас давайте помогу, коли я буду это. Раз, два. Ты хоть раз красил ногти? Нет. Да, нет, красил, но это было... Я не буду рассказывать про это. Бля, а зачем ты так отвратительно это делаешь? Может, хоть немного... Так, ладно, ребят, на втором пальце я постараюсь. Ты блядь, Полин, сделай ты, пожалуйста. Вторую ручку. Пап, у тебя возникает пару вопросов. Не, пап, я пошел по твоим стопам.
Блин, ну что за дерьмо ты стой, ну, ну ты двигаешь рукой. Так это какой-то маляр, блядь, ты что вообще? Так же правильно? Все? Нет. Ну на, накрась один палец. Давай, давай, красиво сделай просто. Слушай. Бля, Артем, сделай. Так, ребят, я дико извиняюсь. Я выхожу из образа мажора. Что это за дерьмо? Ну иди сюда, я тебя успокою. Иди сюда. Все легче. Еще хуже стало. Ну чё, спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк под этот ролик. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на ребят. 150 тысяч лайков, и мы снимем еще одну часть. Пока!